Сворачивай. Ну, ну еще. Заворачивай. Наконец-то, Надыр, твоя мать уже с ума сходит. Где ты пропадал с самого? Стой! В горах. Вода есть, пить хочется. Вон. Чем ты так встревожен? Что-нибудь случилось? Ну, говори. Аландар, быть беде. Змеи из нор вылезли, бегут вниз. Коршуны стаями кружат. И потом грязи прибавилось. Раньше она была валам по щиколотку, а сегодня чуть не увязли. Наверное, арбуз здорово нагрузил. Это ж тебе не самосвал. Валов не жалеешь. Лень лишний разок за грязью съездить. Я был у красного камня. Так громыхнуло, будто гора раскололась. Не сегодня, завтра начнется извержение. Смотрите, какой сейсмограф нашелся. Нам и без тебя это известно. Не волнуйся, у нас уже все готово. Угу. А ты в эти дни в горы не езди, опасно. Если что случится, помни, тебе доверен табун. А матери ничего не рассказывай, попадешь. Ну, конечно. Так, пошли, пошли, ленивые. Эй, пошли. Эй, эй. Ха, ха, почистишь бассейн, наполняй ванны грязью. Скоро придут больные. Ладно. Мама? Где ты пропадал? Я ездил в горы. Сколько раз я тебя просила, ну, не надо туда ездить. Ну, что ты за меня так боишься? Я же не маленький. Последний раз говорю, чтоб ноги твоей там не было. Ненавижу эти скалы. Я без них жить не могу. Как без своих коней, пойми, ма. Ну, не сердись. Твой отец то же самое говорил. А чем все это кончилось? Остались мы с тобой сироты. Ох, не жалеешь ты меня, сынок. Не жалеешь, а ты убить у меня один, единственный. Ну, хорошо, хорошо. Успокойся, родная. Сделаю, как ты просишь. Даже близко не подойду к горам. Сынок, поезжай с Устарахманом в город. Будешь у него работать, получишь профессию. А как же я тебя оставлю? Ты же недалеко едешь. Послушай, мама, ну какой же из меня нефтяник? И потом, не хочу я в город. Там не будет тебя, не будет моих лошадей. Ой, ну что мне с тобой делать? Он и слышать об этом не хочет. Упрямый. Да. Вот он, легок на помине. Поговори хоть ты с ним. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Как здоровье, тетя Лиса? Спасибо, лучше. А я уже совсем вылечился. Был бы сейчас второй конь, обогнал бы тебя на целый корпус. Ладно, ладно, расхвастался. В нашем возрасте лучше пешком ходить. И точно. И то не спеша. А я, может, хочу забыть про свой возраст. Верховая езда лекарство от многих болезней. Не так ли, Надежда? Не знаю. Я когда на лошадь сажусь, о здоровье не думаю. Да, молодость. Ты куда сейчас? В табун. До свидания. До свидания. До свидания. Да, я для вас свежую грязь привез. Спасибо. Вечером заходи. Зайду обязательно. Вылитый отец. Помнишь его в 20 лет? В одном не похож. Учиться дальше не хочет. Был бы жив его отец. Да, бедный Алекпер. Искал более целебную грязь, а нашел свою смерть. Ну, настоящей работы без риска не бывает. Здравствуйте. Здравствуйте. И не грязь он искал, а минеральные источники. Все горы облазил вдоль и поперек. Говорил, будет у нас тут курорт мирового значения. Угу. А врачом каким был? Со всего района к нему приезжали. Да. И Гюльсенем делу обучил. Она молодчина. И не говори. А помнишь, как он шутил? У меня редчайшая специальность. Такого факультета еще нет ни в одном вузе. Представь себе, я первый в мире врач-геолог. Сколько бы он сделал за 10 лет? Построить бы здесь санаторий. Прекрасный санаторий, назвать бы его именем Алекпера. Хорошо бы. Да.
Как ты себя чувствуешь, Ниса? Я уже почти здорова. Спасибо тебе, Гюльсанем. Да будет в твоей жизни много радости. На костылях приходили и вылечивались. Еще несколько ванн, и ты будешь танцевать у нас яллы. Правда, правда. А как меня уговаривала? Поедем в Одессу, на Лиман, там уже точно хорошая грязь. Ей на работе путевку давали. Ой, и кто тебя за язык тянет? Ну, зачем расстраиваешь мою сестру? Я не обижаюсь. Скажи-ка лучше, ты говорил с моим Надиром? Говорил. Сказал ему, поезжай учиться, будешь работать со мной на буровой. Ну, прошу тебя, уговори его, чтобы он был нефтяником. И муж тоже этого хотел. Разве ты недоволен своей жизнью, Рахман? Скажи, Ниса, чем плохо быть бурильщиком? Если у парня не лежит к этому душа, зачем его мучить? Пусть занимается чем хочет. Ты его в город тянешь, а ему простор подавай. Говорит, дед мой с Буденным бок о бок скакал. Ты, то есть я, первую в море вышку ставил. Отец орлом был этих гор, и я своих родных мест не покинул. Я вот что скажу. В первую очередь его нужно оторвать от конского хвоста. Верно. Не надо ему здесь оставаться. Увези его с собой. Тогда не вмешивайся, предоставь дело мне. Ванна готова. Песок высыпется. Выходите. Угу. Знаешь, Гюльсанем, я бы на твоем месте... Взяла бы Надира и переехала бы в Баку. Ну что ты здесь одна, а там у старый Ахман родственники. Ни тебе гор, ни лошадей. В Баку, говоришь, легко сказать. Здесь могила родителей, могила моего мужа. Сама посуди, как я могу отсюда уехать?
и поедешь. Ты смотри, что творится. Да пойми, такой раз в лет бывает. Геологам надо позвонить. Геологи сами приедут. Им мой звонок не нужен. У меня там Василий. А этих куда деть? Где не помешают? Отсажай лодки! Поехали! Жизнь тебе надоела, что ли? Там самое туда и обратно. Срочно позвонить надо. Поехали. Рахман, куда ты? Стой! Старики говорили, гора будет гореть до тех пор, пока не получит жертву. Вот тебя в жертву и принесем. Верно, а то раскаркался тут. А что, я согласен, лишь бы он потух. Ты мое, ни секунды от тебя покоя. Ну куда ты опять собрался? О, стой. Хотел взглянуть на могилу отца. Цела ли она? Час от часу не легче. Ты меня с ума сведешь. Умоляю, не ходи, именем отца заклинаю. Да будет сестра в твоем доме счастье. Посоветуй мне, что мне с сыном делать? Что? Не слушается меня, но... никакого сладу с ним нет. Что случилось? Собрался опять в горы. Ну что ты скажешь? В горы не поедешь. Садись на лошадь. Гостей встречай, к нам геологи выехали. Вот здорово. Смотри только сразу домой. Ну и беспокойно это. Отправишься в горы, пешком за тобой приду. Поезжай напрямик, свернешь у Красной скалы. Хорошо. Осторожно, Надир. Прекрасного джигита вырастила. Ой, горе мне с ним, да и только. Идем в ванну тебе приготовлю. Нет, 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 не до ванны, гостей принять надо. Здравствуй, Рахман. Аламдар, что ты тут делаешь? С газом вожусь, почему-то исчез. Теперь его 3-4 дня не будет. А что так? Вулкан перед извержением собрал вокруг себя весь окрестный газ. Так, 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 так. Да, ну ничего, наберись терпения, скоро мы непременно все узнаем. А что именно? Ну, после извержения вулкана можно ждать всяких новостей. Идите чай пить. Сейчас идем. Прошу Геологи вас. Геологи не зря сюда едут. Сядем, объяснишь толком. Хорошо, сядем. Далеко еще? Устал, что ли, трястись? Сейчас вон до той скалы доедем, а там рукой подать. Да, жаль, что нас вчера здесь не было. А кто знал? Да знать-то знали, да точной даты нам не сказали. Сейсмографы тоже не чудотворцы. И потом такого бурного извержения они и сами не ожидали. А здесь извержения часто бывают? Часто. Ну, не сильные. А Мамеда не видно. Когда мы уезжали, он еще аппаратуру грузил. Сказал, поезжай вперед, все равно обгоню. А, не выйдет. Будем на месте первыми. А, вот и отлично. Люблю быть первым. В институте всегда был первым. В аспирантуру поступил первым. Даже волосы у первого посидели. За это однокурсники меня прозвали стариком. И эта кличка до сих пор сохранилась.
Есть пословица. Снег только на высоких горах бывает. Да, наш Самандар всю жизнь высоко летал. Никогда ни о чем, кроме науки, не думал. Откуда ты знаешь? Да влюбился хоть бы раз, что ли, а? Просто мне прежде никто не нравился. А теперь? Любопытный ты, Василий. Теперь я никому не нравлюсь. Почему? Староват, видно, стал. Вы, Самандар, кокетничаете. Я знаю женщину, которой вы очень нравитесь. Странно, что я об этом не знаю. Ты что, ошалел? Вы из Баку? Удивительная проницательность. Угадал, мы из Баку. А в чем дело, юноша? Геологи, да? Опять угадал? Надир. Василий. Меня уста Рахман послал. А, боится, что заблудимся. Слышите, Рахман за нами гонца выслал. Иди-ка познакомься. Ох, какой красавец. Здравствуйте, Надир. Здравствуйте. Самандар. С приездом. Латифа, спасибо. До вулкана еще далеко? Не очень. Вон он дымит. О, иди-ка посмотри, Латифа. Что это? Это называется брекча. А разве не лава? Нет, лава бывает только у магматических вулканов, а этот вулкан грязевый. Ой, первый раз вижу живой вулкан. Это мечта каждого геолога. Тебе повезло. Да, видно, фейерверк там был вчера, что надо. А факел высоко поднимался, а? Да, у старых ман, говорит, метров на 300. Латифа, взгляни-ка. Угу. Вершина вулкана, форма неправильная. Ну что? Нам надо торопиться. Лекцию по вулканологии можно отложить. Ты пари проиграешь момент. Ты за них поспеешь. Не смеши меня. Ах так, давай теперь догоняй. А ну давай вперед, посмотрим, кто кого. Сейчас мы его покажем. Ну, давай, Надир, давай, молодец. Эй, слабовато, ваша кляча. Может, не хочешь. Эй, лихой наездник, посторонись, задавим. Для гостей у нас дорога открыта, проезжайте. Надир, Надир, не отставайте. Нету, сюда я тебя не пущу. Нажимай, молодой человек, не позорь своего коня. Давай. Больше вы меня не обгоните, прощайте. Смотрите, чтобы ваша машина на части не развалилась! И не стыдно тебе, Василий? 20 век, а какая-то одна лошадиная сила тебя обошла. Сворачивай направо. Уста Рахман! Привез их! Да. Вот они. Рад тебя видеть, Василий Тимофеевич! Здравствуй, здравствуй, вот дорогой! Вот как довелось встретиться. Да ты, я вижу, верен себе. Там, где ты, там непременно пламя и грохот. Но там, где ты, то же самое. Мой будущий начальник. Это главный геолог нефтеразведки Самандар Гизалов. Рахман Керимов. Здравствуйте, очень рад. Он у нас сердитый, но не злой. А это Латифа. Здравствуйте. Будущий гидрогеолог. На вулкан Самара просилась. Отважная девушка. Начинает с самого трудного. А где ваша аппаратура? Неужели в этот твой драндулет все поместилось? Ну зачем? Зачем обижаешь моего конька-горбунка? Он меня выручает. Я с ним с десяток месторождений открыл. Ага. Вот и наша аппаратура прибыла. Три часа наконец-то. Удивил ты меня, Василий Тимофеевич. Здрасте. Здравствуйте. Я думал, загораешь где-то. Ну, между прочим, себя причитается. Он спорил, что меня на прицепе притащит. А? Вот Латифа и Самандар свидетели. Да. Я и сам тут гость, но чай для всех найдется. Спасибо. Входите. Ты взял мои пробирки? В машине. Разгружай момент. Времени в обрез. Я тебе помогу. Пожалуйста. О-о-о. Нет, нет, вы гость, вы первые должны входить. Спасибо. Какое чудесное место, Рахман, а? И воздух какой. Неса, смотри, кто приехал. Наш Василий Тимофеевич. Ой, простите. Ой, Василий, вот это нас обрадовало. Здравствуйте. Самандар. Вы, я вижу, друг без друга жить не можете. Такая судьба, не сахар. Ну, хорошо, идемте выпьем чаю. Не стесняйтесь. Чай пусть Самандар пьет, а я поем тутовых ягод первый раз в этом году. Ну, на здоровье. Не вздумай на дерево лезть, а то с кем я в горы пойду. Не волнуйся, не в первый раз. Хорошо бы обед для гостей. Будет, будет, не волнуйся. Ладно, накрывай на стол. Послушай, Надир, Надир! Залезь на дерево и стряси ягоды. Неса, принеси простыню. Нет, нет, здесь уже все обтрясли. Идемте, я вам покажу хорошее дерево. Идемте, идемте. О, какой огород. Вы сначала. Нет, нет, вы, прошу вас.
Надир, чуть выше. Хорош. А теперь перейди на эту. Вон, Надир, вон ту ветку. Ага, сразу это? Над головой. Ага. Да что ты так тихо трясешь? Посильнее. А теперь перейди на середину. Держись крепче. Вот это другое дело. Белый дождь. Ну, хватит вроде. Хватит. Сейчас. И раз. Хорошо. И еще. Ой. Раз. Отлично. Ну, поработали. Теперь угощайтесь. Хорошие ягодки. А-а-а. Крупная какая. Наваливайся, Василий. Спасибо. Вкуснотища. Самовар готов. Спасибо, Несаханум. Нам пора. Как насчет проводника? Проводником Надир пойдет. Он эти места как свою ладонь знает. Надир, иди сюда. Скачи в табун. Приведи еще двух лошадей. Поедешь с геологами, понял? С матерью я договорюсь. Хорошо. Можно я поеду с ним? Это еще зачем? Я очень люблю верховую езду и заодно помогу Надиру привезти лошадей. Никуда ты не поедешь. Сядь, говорю. Мне в ее годы. Я бы тоже не удержался. Иди, доченька, иди. Надир, ты потише. Не забудь, что с тобой девушка. Хорошо. А я не боюсь. Я в детстве приезжала к дедушке в деревню. У него тоже были лошади. Красиво у вас здесь. Так нам весной приезжай. Выйдешь из дома, а за ночь жасмины распустились, как снегом осыпаны. А то проснешься, все горы красные от тюльпанов. Какой туман. Наша деревня будто в облаках. Угу. Еще недавно это было крохотное селение. Я в первый класс за 10 километров ходил. А я в Баку родилась. Только иногда к дедушке на каникулы езжу. А не скучно жить в деревне? Да нет. Ну, ни театров, ни музеев. У нас телевизор есть. А ты в городе часто бываешь? Если я тебе правду скажу, смеяться не будешь? Когда я приезжаю в город, мне плакать хочется. Плакать? Баку самый веселый город. А мне там тесно. Как будто тебя втиснули в ящик. А я простор люблю. А у нас здесь и небо выше, и звезды больше. Нет, деревня на город. Ни за что не променяет. Я тоже люблю природу. Поэтому и пошла учиться на геологический. Но без города я жить не смогу. Ну, кому что, не будем спорить. Мой отец говорил, дом у человека там, где его душа. По-моему, он прав. Не устала? Нет, что ты. У меня здесь свой музей. Хочешь посмотреть? Конечно, хочу. Он здесь рядом. Но... Волшебное царство. Идем. Али-Баба и 40 разбойников. А где же твои сокровища? Ты их сейчас увидишь. Дай руку. Угу. Ой, как страшно. Осторожно. Не споткнись. Ой. Ну вот и моя выставка. Ой, красота какая. Откуда это здесь? Да я натаскал. С гор, из леса. И правда музей. Какой занятный камень. Нравится, да? Угу. Вот никак не могу понять, на какого зверя он похож. То ли кабан, то ли слон, сам не знаю. А вот этого тигра, ага, я нашел в реке. Тигра? Не видишь? Он сидит на ветке и готовится к прыжку. Ты присмотрись. Присмотрись. Нет, не вижу. Ой, сколько здесь воды. А эту воду можно пить? Я пил, не отравился. А ты этот камень в горах нашел? Ага. Испугалась? Нет. А вот этот уж точно похож на медведя, да? Похож. Ух ты какой. Я среди них чувствую себя, как среди своих друзей. Бывает, что я даже с ними разговариваю, как с живыми. Они меня слушают и молчат. Жаль, что камни не умеют говорить, правда? Нет, умеют. Хочешь послушать, что он говорит? Угу. Вот. Я известняк. Мне около 70 миллионов лет. Я образовался из останков древнейших морских моллюсков. Дорогой человек, место, где ты нашел меня, было когда-то морем.
Вот видишь, оказывается, они умеют говорить. Значит, здесь было море? Да. Но ожил подводный вулкан, и образовались горы, которые ты так любишь. Да, интересно. Откуда ты все это знаешь? Для того, чтобы все это знать, я и пошла в институт геологии. Да? А я думал, что геологи только нефть ищут. Ну что ты. Сколько классов ты кончил? 10. А дальше учиться не хочешь? Не знаю. Нас зовут. Пошли. Ой. А хочешь, соберу свои камни и приеду к тебе в гости в институт. Ну, наших ты ими не удивишь. Ты лучше учиться приезжай. У меня и тут дела есть. Вон они, мои скакуны. На кого же я их оставлю? Так из армии пришел сразу к ним. Давно ты вернулся? Скоро будет год. Ну как, Латифа, нравятся они тебе? Значит, ты пастух, да? Их так много! Как ты с ними справляешься? Ну, не так уж много, всего 200 голов. А вон, посмотри, это алмаз. Алмаз, ко мне! Алмаз! А это бонавша. Ты их всех по именам знаешь? А то как же. А вот эту кобылу зовут Наргиз. А малышу ей все имени не дали. Хорош. А вот это ее старший сын, Айгаш. Айгаш, ко мне! Айгаш! Этот карабахской породы. А вот этот из Ставрополя. А вот эту Лиры ее зовут. Заберем с собой. А может, вон ту? С длинной гривой. О, крону. Нет, она еще не объезжена. Выбери себе другую. Хочешь того серого в яблоках? Это Эльбрус. Вон тот со звездой во лбу. Эльбрус. Этот? Эльбрус! Иди сюда! Эльбрус, ко мне! А теперь пошли в конюшню. Угу. Здесь все наши знаменитости. Вот этот Казбек. 5 золотых медалей. А вот это была на пятиборье в Баку. Все первые места заняла. А сейчас я тебе покажу коня, на котором я играю в Чопган. Здравствуй, красивый. Изумруд. Соскучился. Он меня еще никогда не подводил в игре. Клюшки не боится и на мяч никогда не наступает. Видишь, какие ноги у него тонкие. Значит, отлично бегает. А сейчас иди сюда. А этот жеребец осенью едет в Москву. Зачем? На сельскохозяйственную выставку. Вообще-то я мог бы тебе о них многое порассказать. Но это уже в другой раз. Теперь нет времени. Поехали, нас ждут. Отсюда к вулкану можно подняться 2 дорогами. Хотите с западной стороны, а хотите с южной. Угу. Скажи, а по какому склону сползла Брекча? Что? Брекча — это грязевой поток. По какому склону он шел? А-а-а. По западному. Нужно обогнуть ту скалу? Mm-hmm. Ясно. Значит, туда и двинем. Дело ваше. Только там крутой подъем. Ничего, нам не привыкать. Вперед, друзья. Волков боишься, не держи стадо. Ну, пошел. Ну, поехали. Ну, пошел. Остатки древнего поселения. Таких руин много в этом районе. Сколько тайн они хранят. Надир, ты, наверное, знаешь, что заставило людей бросить свои дома? А может, наемники соседнего хана увели всех в плен? Старики говорят, здесь когда-то жили наши предки. В одну ночь извержение вулкана затопило всю деревню, и почти все люди погибли. Те, кто случайно уцелел, поселились внизу, вон там, где стоит наша деревня. Ну, их я еще понять могу. А почему вы продолжаете здесь жить? Это же большой риск. Люди всегда привыкают к месту.
И потом у нас скот. А пастбище здесь прекрасное, круглый год трава. Не смейся, Латифа. Надир правильно сказал. Люди привязаны к родной земле. И эта любовь заставляет их идти на любые жертвы, чтобы эту землю возродить. Природа насылает на человека пожары, ураганы, землетрясения, наводнения, извержения вулканов. А человек залечит раны и начинает все сначала. Я прав, Василий? Как всегда. Да, нашим потомкам не придется жить под дамоклым мечом стихийных бедствий. Предотвращать, например, извержение вулкана уже дело недалекого будущего. Опустят в кратер мощный заряд, и сила взрыва поможет вылиться накопившейся энергии. А людей на это время эвакуируют. Да здравствует наука грядущих поколений. Да. Скоро человек будет полновластным хозяином природы. Парадокс. Природа создала человека, а он собирается обуздать ее стихию. Надир, хочешь? Угу. Спасибо. Ага. Да, давно я не был в горах. Променял горы на море. Кстати, на острове Була подтвердилось наличие нефти? Да, уже идет монтаж ручек. Здесь это часто бывает. Я же говорил, дорога опасная. Ого. Здорово. Это и есть наскальные рисунки. Да, мой отец их обнаружил. Василий Тимофеевич, Самандар, посмотрите. А вот здесь, наверное, была стоянка первобытных людей. Вон их музыкальный инструмент. Габалдаш. Смотрите, вчера этой трещины еще не было. Да. Ничего удивительного. Очевидно, во время извержения ни одна такая трещина появилась. Что будем делать, Надир? Прыгать, что же еще? На. Ну что ж, давайте прыгать, была не была. Не бойтесь, лошади обучены брать препятствия. Ну, теперь я. Держись крепче, Летифа. Эльбрус, ко мне, ко мне. Вперед, Самандар. Вперед. Молодец, прекрасный себя наездник выйдет. Надир, нам туда? Ага. На.
Вон грифоны. Видишь, Василий? Ага. Здесь хорошо снимать фантастические фильмы. Латифа, из этого грифона надо взять пробу газа. Надир, помоги мне. Угу. Осторожно, Латифа. Сверху вроде бы сухо, а внизу грязь. Провалишься, затянет как болото. Да, Самандар, дело твое хана. Будь добр, подержи, пожалуйста. Так? Угу. Василий, дай прикурить. Держи. Пора делать привал. Угу. А что ты делаешь? Газ собираю. Подними повыше. Еще чуть-чуть. Вот так. В лаборатории сделаем анализ. Посмотрим, как повлияло извержение вулкана на соседние грифоны. Определим его состав. Вроде бы кипит, а не горячее. Это пузырьки газа, стремясь наверх, прокладывают себе дорогу по разрывам в пластах породы, превращая ее в жидкую грязь. Как правило, здесь глина, вода и нефть. Грифоны – неразлучные спутники грязевых вулканов. Угу. Около каждого по несколько десятков. А вулканов в Азербайджане больше 200. Вот и посчитай. У геологов каждый грифон на учете. Держи крепче. Как только появляется новый, его тут же наносят на карту и начинают изучать. Повыше. Выше. Значит, если грифон покрыть большой воронкой, то можно использовать газ? Хорошая мысль, но недальновидная. Начнется большое выделение газа, и твоя воронка улетит в небо. Все, можем идти. Что с лошадьми, Надир? Почему они волнуются? Ну. Почуяли опасность. Мы приблизились к вулкану. Дальше все равно не пойдут. Самандар, может, устроим стоянку там? Можно. На. Ну, я пошел. Все, приехали. Там поставим палатки. Лучше проехать немного дальше. Да нет, здесь хорошо. Латифа. Спасибо, Надир. Надир, давай снимем ящики. К чему бы привязать лошадей? Осторожно. Сейчас, я все сделаю. О, спасибо. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет. А мы вулканологи, геологи, да. И с высоты вам шлем привет. Тини. Ага. Тини сильнее. Кто может сравниться с Матильдой моей? Василий Тимофеевич, пощадите своего, он вам еще пригодится. Умница, Латифа, он, пожалуй, действительно лучше меня поет. Кто это? Не знаю. Не знаешь. Я подымусь наверх. Так. Печет? Немного. Вот так. Прохладнее будет. Спасибо. Миг со мной утренней зарей стал бы мрак ночной. Кушать подано. Господа, прошу к столу. Идем, Латифа. Надир,
Иди сюда. Иду. Садись. Нас долго уговаривать не придется. Уже остывает. Вот это стол. И неизвестно, когда будет следующий. Ну что ж, приступим. Запомни, Латифа, геолог должен уметь наедаться на неделю вперед. Послушайте, он спутал геолога с верблюдом. А что, нам не мешало бы иметь что-то вроде верблюжьего горба. Запасив впрок калориями и никаких тебе забот, хорошо? Будущее за концентратами в таблетках. 1 килограмма на год хватит. А что дело? Ну, благодарю. Положите еще? Нет, спасибо. А на десерт легкая музыка. Спасибо, хозяюшка, вкусно накормила. На здоровье. Самандар, покурим и в путь дорогу. Угу. Надир, поможешь мне? Да. Вась, сколько раз я ходил на вулкан, и знаешь, в чем прелесть этих экспедиций? Неуверенность в том, что тебя ждет. А благополучное возвращение заставляет ценить жизнь вдвойне. А что же ты согласился на кабинетную должность? Я скоро тебя брошу, еду на Камчатку. Хочу поближе ознакомиться со строением подводных магматических вулканов. Может, ты вообще поменяешь Запорожец на батискаф? И вперед в океан. Найду нефть, а ты будешь стоить нефтепровод Тихоокеан-Земля. Мне пока хватит и Каспия. Это не ново. Ты уже собираешься бурить на 6000 метров? Еще придется и на 20, а потом на 50. Но об этом еще рано даже и мечтать. Собирайся. Посмотрим, что нового нам преподнесет наш вулкан. Можно ждать всего и ничего. Вот твоя фляжка, Надир. Не бросай ее, где попала. А я как раз пить хотел. Спасибо. На здоровье. Латифа, я вижу, у тебя прекрасное настроение. У вас, по-моему, тоже. Это верно. Ты остаешься вдвоем с этим лихим всадником. Вы о Надире? Смотри, как бы он тебя не похитил. Ну, а если похитит? Табунщица из тебя плохая. Самандар, я готов. Да, поздновато уже идем. Но ничего. Донесешь? Не беспокойся. Ну, хозяюшка, до вечера. Летифа, вулкан еще не потух. Знаю. Если что, уходите, нас не ждите. Угу. Ну, пионер вулканологии, лагерь оставляем на тебя. Есть. Пока. До скорой встречи, ребята. Счастливо. Придем, чтобы ужин был готов. Хорошо. Ух, какая жарища. Куда дальше? Высоковато. Пойдем в обход. А ты уже что-нибудь нашла? Ну, какое-нибудь открытие сделала? Это первая в моей жизни экспедиция. И потом я ведь гидрогеолог. Ах, вот оно что. Кончу институт, буду искать воду. Вода – это жизнь. Без нее ничто живое существовать не может. Старики говорят, в наших местах был когда-то теплый источник, целебный. Но он пропал. Отец все горы облазил, мечтал его найти. Я дал клятву, каждый уголочек просмотрю, но найду его непременно.
Правда? Угу. А хочешь, мы вместе будем искать этот источник? Идет. Договорились. Высоко забрались. Да. Я тебя догоню. Ну, проползай, проползай. Василий! Завандар! Самандар твой жених? С чего это ты взял? Ну, я вижу, как он о тебе заботится. Заботится. Он считает нужным меня опекать. Самандар друг моего отца. По-моему, на опекуна он не очень похож. Смотрит Самандар! На тебя как-то... Это Василий. Самандар! Случилось что-то? Бежим! Самандар! 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 Я здесь, Василий! Самандар! Эй! Василий Тимофеевич, что случилось? Что с Самандаром? Самандар исчез, как сквозь землю провалился. Не знаю, что делать. Не волнуйся, сейчас найдем. А откуда вы шли? Вон оттуда. Идите за мной! Да тихо! Самандар! Спускайтесь сюда! Самандар! А-а-а. Где? Он здесь! Веревка есть? Есть, есть. Сейчас. Кручусь, как собака за своим хвостом. Глотку надрываю. А он сидит себе и помалкивает. Оглох, что ли? Да. Нет, я до хрипоты кричал. Это у тебя со слухом туговато. Я эту яму знаю. Один раз у меня туда лошадь провалилась. Она какая-то заколдованная. Звук оттуда не выходит. Хоть из пушки стреляй, никто не услышит. А, хорошо. Сильно ушиблись? О, нет. Сейчас промою. Как вы мне нашли? Это Надир. Да вот. Ой. Тебе ой. Дальше не стоит идти. Нет, нет, я уже пришел в себя. Ты в этом уверен? Абсолютно. Ну-ну. Так. Послушай, Надир, может, пойдешь вместе с нами? Нам без тебя туго. М? Я с радостью. Я тоже с вами пойду. Не выдумывай. Дорога трудная. Что же, я одна останусь? Никуда ты не пойдешь. Хватит. А действительно, пусть с нами идет. Одну ее здесь оставлять страшно. А там все-таки на глазах. Thank you.
хватит любоваться. Пошли лучше делом займемся. Найдете золото, крикните! Все, спасибо. Садись, отдыхай. Послушай, Надир. Да? А ты с нами еще не соскучился? Нет, что? С вами так же интересно, как с моим табуном. Да я не то хотел сказать. Ты хочешь сказать, что бродить с нами так же интересно, как возиться с лошадьми? Ну да. Ты сам пошел в табунщики? Сам. Я люблю лошадей. Здесь я тебя понимаю. Умные животные. Сколько грации. Вскочил в седло и мчишься вдаль. Но любить лошадей этого мало. Да я всю душу отдаю. Спросите у директора, он скажет. Да подожди, я уверен, что ты хороший работник. Я имел в виду совсем другое. Но отвел ты... Отвел ты табун к реке. Напоил лошадей. Кормить их не надо. Сами траву щиплют. Почистил скребком, вот и все. На этом твои обязанности кончаются, так ведь? А вот если, скажем, лошадь тяжело заболела, ты сможешь ее вылечить? Нет. Нет. Ну, а какие условия создать жеребятам, чтобы они выросли крепкими и выносливыми? Тебе известно? Ну, хорошо. А как улучшить породу лошадей, ты знаешь? Не знаешь. Вот и получается, парень. Одной души мало, тут знания нужны. А что мне посоветуете делать? Жизнью интересоваться, учиться. А ты в нору забился, нос оттуда не показываешь. Возьми палки, подойди к грифону. Так что мой тебе совет. Пока молод, выучись настоящей профессии. Может, еще в геологи подашься, а? Василий! А! На минутку! Иду. Полюбуйся. Первобытный человек и геология. Анализ породы без помощи лаборатории. Ай да надир, Чтобы великим ученым стать, надо пуд грязи съесть. Латифа, иди сюда, иди сюда! Иду! Что-нибудь взять? Реактивы! А у вас жена геолог? Нет, она педагог. А бывает так, что муж и жена оба геологи? А чего же, бывает. Их, наверное, и тогда вместе в экспедицию посылают. Да когда как, иногда вместе, иногда врозь. Василий Тимофеевич! Идите сюда! Скорее!
Да быстрее! Чего ты плетешься? А ну, танцуй! Вот, не зря мы сюда собрались. Вулкан открыл свою тайну. Под нами нефть, Василий, река нефти. А ты проверял на хлороформ? Сейчас. Держи. Угу. Дай сюда. Да. Смотри. Вот. Здорово. Вот видите, Василий Тимофеевич, это действительно нефть. Вы точно угадали, Самандар Зайвич. Ну, положим, связь грязевых вулканов с нефтегазоносностью была доказана академиком Губкиным еще почти полвека тому назад. А какова перспективность района, покажет разведочное бурение. А я и без разведочного бурения убежден, что нефть есть. Голову даю на отсечение, что есть. Поздравляю тебя, Василий. И тебя, Самандар. Поздравляю вас с первой победой. Вперед, Самандар, новых тебе подвигов. Пошли, новоиспеченный геолог. Так? Угу, хорошо. А теперь в тот. Угу. Поглубже. Вот так. Все. Сейчас можешь отдохнуть. Благодарю вас. А бурить вы тоже будете? Нет. Для этого бурильщики есть. Ну, как твой дядя Рахман. Одно не понимаю. Зачем вы рвались в самое пекло? Подождали бы, пока вулкан стихнет. Чудак-человек, потом было бы поздно. Вулкан выносит породу с таких глубин, куда нам никакими скважинами не добраться. И только изучив ее, мы можем уточнить историю развития нашей планеты, узнать о строении Земли и, пока бревче еще свежее, сделать необходимые анализы и исследования. Значит, когда нет извержения, вулканологам делать нечего? Дело есть всегда. Еще много неясного. Например, механизм образования вулканов, периодичность извержения. Не помешаю. Я вижу, Латифа, ты распахиваешь перед Надиром ворота в мир науки. А разве вы считаете, что эти ворота надо держать на запоре? Отчего же? Я всегда рад тем, кто приходит в мир науки. Но приходит не на экскурсию, а чтобы жить в нем. Жить? Творить. Это из какого грифона? Из шестого. Интересные данные. Я в твои годы уже аспирантуру заканчивал. А ты, Латифа, хочешь из него за 5 минут академика сделать. А что, может, он когда-нибудь и будет академиком? Кто знает? Отдай Василию, пусть проверит. Я смотрю, Латифа, тебе эта поездка вскружила голову. Такие скороспелые увлечения ведут к большим разочарованиям. Самандар! Самандар! Что он там кричит? Ну что ты стоишь? Иду! Смотри, усилилось выделение газов. На кратеру валу появляются трещины. Скорее вниз, подальше от кратера. Захватите образцы, аппаратуру оставить. Латифа, быстрее! Держи! Быстрее, быстрее! Тихо, руку давай. Ага. А где же моя лошадь? Наверное, взял. Сейчас я ее найду. Пошли. Изумруд! Изумруд! Что ты копаешься, Латифа? Сейчас.
Ир, что с тобой? Василий Тимофеевич! Надир! Нашатырь, нашатырь! Надир, Надир! Сейчас. Посадите его ко мне! Да подожди! Как ты себя чувствуешь? Ты меня слышишь? Тебе лучше? Лучше. Можешь на коня сесть? А ну, вставай. Вставай, сейчас приведу лошадь. Быстрее! Торопитесь, со своими новыми знакомыми. Я расставался со своими любимыми горами, о которых так много узнал за время экспедиции. Но сердце подсказывало мне, что я еще встречусь с тобой, Латифа, и с тобой, Вулкан.